Гомельская и Павлодарская в области подобные одна до одной, кажуть гости из Казахстана. Ободва регионы имеют зручную логистику и представляют амаль усе виды промысловой вытворчести. Важная роль належит аграрному сектору. Замежные партнеры у приватности затекавлены у поставках сельскохозяйственной техники Гомсельмаша, об чем поведомили подчас наведывания предприемства. Узнали о том, что есть бюджетный комбайн, так если его правильно назвать, бюджетный, который на 30 тысяч долларов дешевле, чем серийный. И мы сегодня посмотрели эту модель, мы обсудим. И вообще продукция Гомсельмаш, она интересна для наших сельхозтоваропроизводителей. То есть мы сейчас взвесим возможности покупки. Продукция кондитерской фабрики «Спартак» покуль слабо представлена на рынку Казахстана. Усяго 1% от агульного объема экспорту предприемства. Это обумовлено наявностью буйных мясовых и российских вытворцев. Однако в перспективе ситуация может измениться. Визит делегации повинен этому посприять. Гости высоко оценили якость солодких выработок «Спартака». Увидев то качество, непревзойденный тот вкус, очень хороший вкус, очень привлекательная упаковка с точки зрения маркетинга. Я думаю, что согласно вот этим всем параметрам, продукция займет достойную нишу на казахстанском рынке, и мы приложим максимальные усилия, чтобы продвинуть данный товар в дистрибьюторскую сеть регионов Казахстана, в частности, в Павлодарской области. Товарооборот помеж Гомельской и Павлодарской областями за 2016 и початок бягучего года склад 4 миллионы долларов. Доля экспорта гомельских товаров больше, как 3 миллионы. Наш регион поставляет в Казахстан мясомолочную продукцию и обсталявание для чыгунки. У структуры импорту головный артикул – сыровина для белорусского металлургичного завода. Сегодняшняя наша встреча наладит еще более экономических сфер в различных сферах. То есть поставки молочного стада в Павлодарскую область мы сейчас тоже разработали программу развития молочных ферм. И сегодня у нас мы возим молочные стада с Германии, с Европы, поэтому мы готовы рассмотреть, чтобы покупать их в Беларуси, и в том числе в Гомельской области. Развитие межрегиональных отношений махчимо у самых разных сферах. Керавництво Павлодарской области планует запросить для обмена опытом гомельских архитекторов и супрацовников жилево-коммунальной господарки. Так само на территории Казахстана с мощным приватным сектором экономики перспективна организация бизнес-туров. По закончении визита у Гомель подписаны меморандум об супрацовництве свободных экономичных зон. Так само старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Дворник отримал запрошение наведать международную специализованную выставу «Экспо-2017», якая сёлета пройдзе ў Астане. Дмитрий Котаў, Михаил Рабкоў, телерадыёкампанія «Гомель».